Два мощных землетрясения в Италии. Магнитуда подземных толчков составила в первом случае 5,4, во втором 5,9. Эпицентр находился между городами Перуджи и Мачерата. Порядка 10 человек, по данным властей, получили ранения при обрушении зданий. Десятки строений отныне непригодны для жилья. В некоторых городах и селениях нарушено снабжение электричеством. Полиция перекрыла несколько дорог. В четверг в регионе будут закрыты школы. Несмотря на то, что по первым данным новые подземные толчки не привели к человеческим жертвам, население напуганы происходящим. Землетрясение произошло спустя всего 2 месяца после мощной сейсмической активности 24 августа, когда в центральной Италии погибли 300 человек и несколько городов получили значительные повреждения. На этот раз подземные толчки ощущались даже в Риме, за 150 километров от эпицентра. «Нас начало трясти, мы сначала не поняли, что происходит, неужели землетрясение. Ставни на окнах то открывались, то захлопывались, и подсвечник прыгал на столе». В Риме также были эвакуированы люди из нескольких административных зданий, в том числе из Министерства иностранных дел. В населенных пунктах вблизи эпицентра землетрясения продолжают работать спасатели. Власти организуют пункты приема пострадавших, в том числе тех, кто остался без жилья.